Дома из дома, дорогие друзья. Вот и наступило лето, а оно нам принесло беспрецедентно интересное предложение в Раменском районе. Это поселок Ильинский. Здесь есть по беспрецедентно привлекательной цене отличный дом для большой семьи. Рядом станция электрички буквально 800 метров. Дом со всеми коммуникациями, с шикарным участком с ландшафтным дизайном. Но обо всем поподробнее. Особое внимание я хотел бы уделить именно расположению дома. Перед вами самое сердце поселка Ильинский, его центральная часть. Здесь вы видите Введенскую и Петропавловскую церковь. По другую сторону железнодорожных путей город Жуковский. В него можно пройти по подземному переходу. И здесь же находится станция Ильинская калужского направления. Всего полчаса на электричке, и вы уже в Москве. До Москвы, кстати говоря, всего 15 километров. Вот здание администрации города, ну и вся необходимая инфраструктура тоже здесь. Аптеки, магазины, и Пятерочка, и Дикси. При желании можно зайти в торговые ряды Купец. А тут же в торговом центре есть магазин Верный, парикмахерская, турагентство, фикс прайс, там стройматериалы. В общем, все, что только может понадобиться в повседневной жизни. Посмотрите на эту чистоту природы, утопающую в зелени. Именно поэтому здесь расположен еще и Сеченовский центр кардиологии. Рядом есть Быковская поликлиника и станция скорой помощи. Само собой, это место идеальное в плане экологии и пользы для здоровья. А вот сейчас вы увидите еще Ильинскую поликлинику, запомните ее расположение, чтобы понять, насколько все близко к дому. И современная общеобразовательная школа, и детский сад. Все это ровно в одной минуте пешком. А соседство с санаториями Малаховка, Ласточка, Сосны, Быкова подчеркивает, что все эти места именно для жизни и отдыха. Только посмотрите, как здесь чисто и зелено. Вот, кстати, и наш дом уже. Как вы увидели, до станции магазинов не более 5 минут вот прям медленным шагом. Справа виднеется Октябрьская улица, и прямо напротив дома на ней есть кафе «Белая башня». А сразу за ней уже детский санаторий и парк со своим прудом. Я еще вернусь к ним, если вы досмотрите видео до конца. Но пока мы не потеряли дом из вида, сначала я расскажу о нем. Дом достаточно просторный, его площадь 700 метров. И само собой, при такой площади он идеально подойдет для большой и дружной семьи. Или любителей большого пространства. У нас есть очень подробное видео интерьера, где мы показали прям все уголки дома. Поэтому в данном видео я буду излагать только самые важные особенности нашего предложения. Итак, начинаем с фундамента. Дому уже немногим более 10 лет, а так как строили ее для себя, то на материалах в то время само собой не экономили. Фундамент — это монолитная плита, которая выдержит ну хоть 9-этажку. Цокольный этаж абсолютно сухой, вокруг сосны, песок и дренаж на участке, а также гидроизоляция, они не дают влаге никаких шансов, даже весной. В цоколе расположено сердце дома, два газовых котла и разводка электрики. И так как цоколь идет под всей площадью дома, здесь уместились и оборудованная просторная комната отдыха с бильярдом, есть сауна с душевой и джакузи, а также тренажерный зал. Еще здесь хранится лыжный инвентарь, и выйти или зайти с лыжами удобнее всего именно отсюда, чтобы не тащиться через весь дом. Если мы поднимемся выше, у нас первый этаж. На первом этаже две просторные гостиные с каминами. Первая побольше, допустим, для семейного события в большом кругу. Новый год, день рождения. А вторая поуютней, если хочется скоротать вечер не таким большим составом. Еще на этаже есть семейная кухня-столовая. Из нее выход на веранду для дружных посиделок вокруг барбекю. А также есть еще кухонька поменьше. На втором этаже расположены спальни. Две большие, их любят называть хозяйскими. Они имеют собственный санузел, а в одной из них есть еще и выход в свой зимний сад. А также четыре спальни поменьше. Хотя при желании их можно использовать как вы хотите. И как кабинет, и как детские комнаты. Итого, на втором этаже всего 6 спален, так что у всех будет личное пространство. Выше у нас мансардный этаж. На этаже 4 просторных комнаты. Они могут использоваться тоже, как вам заблагорассудится. Хотите, как кабинет, или детская, или игровая, зона отдыха, гостевая, библиотека. В общем, на любой вкус. Дом построен в 2008 году. И строился он на совесть, действительно из кирпича. Толщина стен 60 сантиметров, и состояние у дома отличное. Все системы функционируют, и заехать в него можно сразу. Ну а если вы хотите освежить косметически под себя, допустим, поменять цвет стен, то можете это сделать без особых хлопот. А вот еще несколько слов о содержании дома. Вода в доме своя артезианка, чистая и очень вкусная. С канализацией за все время никаких сложностей не было, как и с магистральным газом. На отопление даже в самый лютый мороз зимой у вас будет уходить не более 15-16 тысяч, ну а электричество как будете пользоваться. Если же мы берем летний период,
когда газ расходуется только на бойлер, то расходы летом совсем смешные для такого дома. В Москве примерно столько же выходит за 3-4-комнатную квартиру. Ладно, это лирика, а по делу еще хотел добавить несколько слов об участке. Площадь участка 15 соток, сделан ландшафт и дизайн. На участке есть еще отапливаемый гараж на 4 машины, на 4 полноценных машины. И вода заведена в гараж, и яма есть. Еще на участке есть настоящая русская баня, дровяная. Вот, в принципе, и все основные моменты. Как я и обещал в начале видео, сейчас вы сможете посмотреть еще раз территорию со стороны дома. А я добавлю, что у дома есть два отдельных входа. И в целом он состоит из двух частей, но в то же время является единым целым. Это его особенность. Все зависит от вашей ситуации. В доме будет уютно жить и одной большой семьей. И если две семьи родственников, допустим, захотят жить под одной крышей, но с личным пространством для каждого. Или если вы планируете жить несколькими поколениями. Например, в одной части взрослые родители, а во второй дети с внуками. Как раз на такой случай на первом этаже и предусмотрена дополнительная кухня, о которой я упоминал. И при наличии в доме двух хозяек они не будут пересекаться. Так что если вы думаете еще, я подведу итог. Вспомните, во-первых, что я рассказал ранее, про это большое уютное семейное гнездо в сосновом бору с чистейшим воздухом. Более того, рядом со всеми благами цивилизации в пешей доступности. Всего в 15 километрах от Москвы. Отсюда в центр Москвы вы можете попасть меньше, чем за час после выхода из дома. Все это по совершенно приемлемой цене. Даже если вы просто разделите стоимость на количество метров, у вас получится немногим более 35 тысяч за метр. И все это может стать вашим, поторопитесь. Ну а если вы подбираете дом из другого региона и только планируете перебираться поближе к столице, то, надеюсь, мой рассказ раскрыл вам глаза. Да это, пожалуй, может заинтересовать и тех жителей Москвы и Подмосковья, кто почему-то не рассматривал наш район. Подумайте еще раз. И надеюсь, мой рассказ поможет вам в этом. Не прощаюсь и до встречи.